В среду в Маниле председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Колумбии Хуан Мануэлем Сантосом Кальдероном. Китайский лидер предложил использовать 35-ю годовщину дипотношений как новый старт для их развития. По его словам, стороны повысят степень доверия, взаимодополнять и координировать производственные процессы, укрепить сотрудничество в сферах финансов, строительстве, инфраструктуры, промышленности, зеленой энергетики, сельского хозяйства. Кальдерон назвал Китай важным торговым партнером Колумбии и отметил значимость кооперации в агропромышленном и инфраструктурном секторах. В тот же день также состоялась встреча председателя КНР с премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки. Си Цзиньпин отметил успехи двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, гуманитарных обменах, юриспруденции, обороне. Выразил желание Китая сотрудничать с Новой Зеландией в решении глобальных проблем на международных площадках. По словам Джона Ки, Веллингтон намерен укрепить партнерство с Пекином в торговле, сельском хозяйстве, в частности, в животноводстве, и готов призвать китайский бизнес увеличить объем инвестиций в новозеландскую экономику.